Перед вами игра кошки-мышки. Видите маленькие норки? В этих норках у нас будет забегать мышка. А кошка должна ее поймать. Вот это дорожки, по которым будут двигаться и кошка, и мышка. Главное, нам нужно так двинуться, да, вот кошка должна двигаться так, чтобы поймать кого? Мышку. Например, если кошка окажется здесь, а мышка двинется, например, вот эту норку. Тогда что мы делаем? Видите, дорожка у меня открыта. Кошка сразу что делает? Оп! Ловит мышку. Готовы? Главное, ребята, не попасться в лапы кошки. Кто будет играть? Давайте Рауф и Айла. Ты кошку хочешь? Пожалуйста. Ты кошка, а ты мышка. Смотрите внимательно. Делается по одному ходу. Два раза ходить нельзя. Приступаем, мышка. Начинаем.